Сегодня будем готовить очень вкусную шоколадно-творожную с клубникой запеканку. Для этого нам понадобится 3 яйца. Мы отдельно разделили желтки и белок. Творог, цедра лимона, соль, клубника, какао, разрыхлитель, сахар, мука и маргарин. Итак, мы берем 170 грамм муки нашей. Высыпаем. Добавляем щепоточку соли. Добавляем какао. 20, нам 15 грамм надо, здесь 25, значит, чуть-чуть не досыпаем. Добавляем вот такой разрыхлитель, пол чайной ложечки. Сюда же добавляем 50 граммов сахара. Все это перемешиваем. И теперь мы будем натирать сюда масло. Берем 80 грамм кусочек масла. Его вот так обмакаем. И натираем на крупной терочке. Хорошенечко. Вот так. Так, все это мы перемешиваем теперь. И добавляем сюда еще 3 наших желтка. Желтки мы добавляем в тесто, а белки мы будем добавлять в творог. Все это очень хорошенечко перемешиваем. Такое вот у нас рассыпчатое тесто получилось. Для начинки мы берем 500 грамм творога. Сюда добавляем цедру лимона. Она вот такой вот терочки потом. Цедра одного лимончика. Дальше мы добавляем 20 грамм крахмала сюда, творожок. И дальше мы берем наши белки. Наши белки с 3 яиц. Добавляем щепотку соли и потихонечку начинаем взбивать. Уже появилась такая пенка, мы будем добавлять потихоньку сахар и продолжать взбивать. Взбивали, пока уже у нас такой достаточно плотные белочки. Дальше мы в наш творожок потихонечку добавляем наши белочки и потихонечку все перемешиваем. Дальше мы смазываем нашу форму. На самое дно мы выкладываем наше тесто. Разравниваем его. И вот так вот утрамбовываем, чтобы был у нас ровный слой. Так.
Дальше вторым слоем мы выкладываем творожок. И дальше мы выкладываем сверху нашу клубничку. Мультиварку нашу запеканочку выбираем меню выпечка на 50 минут. Вот такой вот у нас получился пирожочек, сейчас будем его доставать. Так вот, такое вот получилось у нас творожная запеканка. Мы попробуем. Красавица, попить компотиком с запеканочкой. И будем пробовать. Это очень вкусно. Пробуйте, готовьте, смотрите еще рецепты. Всем приятного аппетита. До новых встреч. Пока-пока.